Здорово, хулиганы, как ваше ничего, с вами Iron Друг, и это очередной выпуск мод-обзора. Буквально пару часиков назад я лазил на сайте Z Doom в поисках годноты, или трэша, как оно пойдет. И в предложке я наткнулся на совершенно умопомрачительный мод на Doom, о создании которого я просил уже очень длительное время. Но походу для модеров тогда это была не самая популярная тема и весьма сомнительная трата времени. Но черт его дери, свершилось. И сегодня на нашем столе для вскрытия находится мод под названием Leonard's Vacation to Hell от автора NailsX128. Снова уберчитаемый и легко произносимый никнейм. Скорее всего, Iron прошляпил какой-то популярный тренд, касающийся ников. Я уже не первый раз с таким сталкиваюсь. Ну да ладно. Чтобы понять, о чем этот мод и что вообще происходит, нужно будет поиграть, ну или хотя бы знать о такой игре, как Redneck Rampage или Ярость деревенщины от Zatrix Entertainment, выпущенной в далеком 1997 году, где вам приходилось играть за колхозника Леонардо или Ленарда, у которого гнусные пришельцы на постой похищали его брата Бубу или Бабу, и вот этого самого Бабу нужно было искать на протяжении огромного количества уровней. У этой игры даже было несколько продолжений. В общем, поиграйте в Redneck Rampage и все поймете. А что касается этого мода, то автор решил вернуть Ленарда во вселенную Doom, и теперь наш колхозник валит демонов и зомби вместо клонов своих соседей, собак, курей, свиней и пришельцев. По идее, в оригинальной игре у Ленарда было просто огромное количество реплик и шуточек, разного рода троллящих комментариев, сдобренных колхозным юмором. Данный мод пока что находится в ранней версии, так что возможно все еще впереди. Чтобы усмирять адских чудищ, Ленард будет использовать свой уже знакомый, если играли в игру, и ужас какой уникальный, если не играли, арсенал. Опять же, это ранняя версия мода, так что пока мистер арсенал не сильно крупный, но уже есть с чем работать. У некоторых стволов есть два варианта атаки, и в целом вся анимация у этого арсенала очень плавная, без резких и непонятных движений. Как я понял, автор мода будет добавлять новые стволы в последующих версиях, так что ждите. А пока рассмотрим поствольно те пушки, которые уже есть. В самом начале Ленард стартует с ломиком, который тут заменяет кулаки. Сорян, конечно, Гордон, ты один из моих любимых героев игр, и ты у нас молчаливый и харизматичный, но Ленард махал ломиком еще до того, как это стало мейнстримом. Через год. Как оружие, ломик лучше, чем ничего. Причиняет боль противникам и хорошо. Вместо бензопилы у вас будет приблудина, стреляющая лезвиями циркулярной пилы. В оригинальной игре эта штука называлась Ripsaw, в моде Russian Overkill она называлась Razor Jack, а тут она вообще никак не называется, придумывайте название сами, хоть бешеная болгарка. У этого оружия два режима, на основной атаке оно стреляет этими самыми лезвиями, а на альтернативной работает как бензопила. В общем, хорошая штука, как ее ни крути. Далее у вас будет ваш верный кольт. Пушка очень мощная и самое главное точная. Помнится, при должной сноровке оригинальную игру вообще можно было пройти только с ним. И хоть вы и не могли перезаряжать его вручную, после каждых 6 выстрелов вы могли бы увидеть анимацию перезарядки. К слову, Ленард довольно лихо его перезаряжал. Потом идет всеми любимая двустволка. Тут, конечно, она не является памятником боли и насилия, но в целом со своей задачей справляется. На основной атаке вы стреляете одиночными медленно, а на альтернативной быстрее, почти что дуплетом. Ствол сбалансированный и в целом нареканий не вызывает. Пулемет был заменен на охотничью винтовку, которая внешне чем-то напоминает АК-47. Стреляет без перезарядки, быстро жрет амуницию, но не так быстро, как в оригинальной игре, где вы вообще редко ее использовали. Кстати, там первый босс валился на ура именно с нее. Осторожней с отдачей, ствол немного уводит вверх. А так, пушка зачетная. Далее идет арбалет. И не просто арбалет, а арбалет, к болтам которого приколхозили динамитные шашки. Ага. То есть это как ракетница, только угарно выглядящая, с довольно креативной модификацией. А заключается этот апгрейд в том, что при нажатии на кнопку альтернативной атаки вы сможете стрелять вашими динамитными болтами в режиме самонаводки. Спросите как? А просто. На болт сажают курицу, ей в задницу пихают динамит и стреляют. Все как в реальной жизни.
Увы, из режима апгрейда выйти пока не получается, но думаю, автор скоро исправит этот небольшой недочет. Мне лично нравится. При этом, стреляя курями с динамитом, вы сможете услышать их последнее кудахтанье напоследок перед смертью. Кого-то мне это даже напомнило, не помню кого. В общем, на мой взгляд, это один из лучших стволов арсенала данного мода. Следующим стволом является один из атрибутов женской одежды с впиленным туда пулеметом. Уж не знаю, кто до этого додумался, но в оригинальной игре данная пушка была чуть ли не самой ультимативной, и ей пользовались девушки-пришельцы. Причем амуниция на нее тоже была специальной. В данном моде эта пушка помогает быстро разбираться с большим количеством народу сразу, использует обычные патроны. Полагаю, именно эта пушка здесь заменяет плазмоган. Штука очень эффективная в любых ситуациях. В общем, автор мода молодец, что заморочился и принес Redneck Rampage в Doom. Я вижу у этого мода довольно неплохие перспективы, если его разработку и создание не бросят. Пока что рано говорить о добавлении чего-то нового, так как данный мод еще в альфа-версии, но, как говорится, поживем увидим, что будет дальше. И на этом все, хулиганы, с вами был Iron Друг, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кидайте мне ваши идеи в группу ВКонтакте и Дискорд, жуйте жвачку, любите игры и чаще уворачивайтесь от летящих в вас курей. До скорого!